Друзья, всем приветик. Сейчас вам покажу, как скачать приложение «Новая почта». Может, кто не знает, как туда зайти, как зарегистрироваться. Смотрите внимательно. Заходим в Play Market. Прописываем «Новая почта». Пошук нажимаем. И вот приложение «Новая почта» снизу. Устанавливаем. Ждем загрузочку, друзья. Вот, у меня уже загрузилось. Это проверка безопасности. Антивирус может стоит у кого-то. Это обязательно. На вирусы проверяет приложение. Так, вот открыть. Нажимаем открыть. Далее вводите свой номер телефона. Ввели свой номер телефона, нажимаете «Далее». Вот сейчас вам придет код с смс-ки. Ожидаем код, друзья. Вот у меня пришел код. И вводим пароль, друзья. Короче, понятно, ввели пароль, и вы в приложении «Новая почта». Все, всем хорошего вечера, подписывайтесь на мой канал, до свидания.